Садовица, ага. Видите, Ивана Александровна. Да, это я. Да. Вот. То есть все, что там стоит сейчас, это с времен, когда я еще училась. Как бы, У вас дети ходят в ту же школу, где вы учились, да? У меня ходит второй класс, да. Я с удовольствием дала эту школу, потому что сама там выучилась, все учителя. Угу. Больше половины учат еще, которые меня учили. Вот, и хочется как-то вот облагородить. А что там, до такой степени все плохо, да, Оксана Александровна, Евгений Алексеевич? Есть вопросы, да? Значит, там стандарт. Там сколько детишек у нас учится? 65. Она небольшая, да, у нас? Угу. Там стандартное поле не садится, потому что мы рассматриваем. То есть это школа бывшего Ленинского района, да? У нас? Нет, это на Сатурского, да? Это как он, Новый Угол, да? Да? Угу. Шахтерский, да. Шахтерский, южный. Южный. Стандартные там не садится. То есть те площадки, которые мы делаем, они не помещаются. И там. Плюс там по этому полю идут коммуникации, там канализация. А рядом что-то есть? Ну вот, допустим, какую-то территорию, которую мы могли бы, скажем, прирезать, куда бы детишки могли ходить. Там частный сектор вокруг. У вас с трех сторон получается, да, там частный сектор? Ну, там сзади, там бараки, там сейчас их сносят. А бараки сносят? На место сноса, да. А может быть, давай вместо сноса тогда сделаем там? Ну, а там бараки по 185-му переселяют? Ну, тогда, может быть, тогда лучше сразу территорию закрепить, то, что есть, благоустроить, а там сделаем нормально, сделаем место. Ну, давай, мы эти поручения проработаем сейчас. Ну, нам же все равно ГТО надо, чтобы детишки сдавали, правильно? Если попросим, чтобы до 22 декабря вы подготовили предложение, вот, а дальше, соответственно, уже проинформируем Светлану Александровну в сроки, в которые мы сможем сделать. Потому что если мы все там получается у нас, ну и какие площадки мы сможем там поставить, мы проинформируем, ну и, соответственно, дальше уже процедура у нас начинается. Договорились? Оксана, тоже на контроль, хорошо? И на благоустройство 200 тысяч город выделил на территории именно вот этой, которая сейчас есть. Ну, я многодетная мама, пришла просить у вас помощи. У вас детишек сколько? Трое. Да? Здоровые, не инвалидные, ну, все Богу. Хорошие. Да. Хорошо. Вот у нас очень большие проблемы с жильем. Угу. Так, а живете вы? Мы сейчас живем в поселке Мясного, занимаем на незаконных основаниях дом. Там был в совхозе, он раньше принадлежал. Ну, а зарегистрировано где? А в Тульской области, в Щекинском районе. Щекинском районе. А супруг? Супруг тоже Мясного, на Большой Кулике зарегистрирован. Но там дом тоже не подлежит. Ну, супруг работает у вас, да? Супруг работал официально, сейчас нет, мы разводим поросят. Ну, таким хозяйством, по-своему, занимается. Да. То есть мы всегда с мясом там получим. Как-то подаем. Зарегистрировались, нет? Нет, да, у нас небольшое количество, так по своим. Ну так, ну, может, какой-нибудь КФК там, нет, не делали, ничего, нет, не регистрировали. Ничего. Как-то ипотеку взять. Не вытянем ипотеку. Прописано там по факту 6 человек. То есть, естественно, превышение нормы там есть. И если в качестве нуждающих выходить у нас, то будут признаны в качестве нуждающихся.